конечно, очень здорово, что удалось забить 3 гола. Как бы все, в принципе, залетало, все моменты, все, что было. Спасибо партнерам. Ну и, в принципе, хорошо сегодня сыграли и на хорошей ноте закончили турнир. И вчера в третьем периоде со швейцарцами здорово сыграли. И как бы и сегодня все, да, все перенесли на сегодня, поэтому ну, хорошо сыграли все. Вы еще там за Канаду будете болеть? Надо за Канаду болеть. Ну, просто в случае победы Канады Россия наверняка выиграет турнир. Ну, конечно, хотелось бы выиграть, но тоже за канадцев болеть не особо приятно. Крайние выиграли, первую проиграли. Надо было на первую серьезно, наверное, настраиваться. А так, в принципе, неплохо. Команда играла, команда игры выиграла. Это, по сути, предолимпийский турнир и отбор на Олимпиаду. Как вы сам для себя оцениваете? Ну, конечно, поехать на Олимпиаду и как можно лучше играть на выигрыш за сборную и за клуб. Ну, сегодняшняя игра более-менее нам понравилась. Наверное, за исключением первой игры, наверное. Так, готовимся. Григоренко проявил себя ярко, стал как бы смещен. Все проявили себя. Просто я не выделяю никого. Все еще до Олимпиады еще куча времени. Будем смотреть, закажем.